В ловких руках тепличницы Людмилы судьба всего огуречного урожая Федерального научного центра овощеводства. Профессиональный секрет прост. К растениям нужно относиться с любовью. Землю взбивали, делали лунки, сажали, уже высаживали огуречки, уже рассадой. В Федеральном научном центре овощеводства, который многие по привычке называют в НИИСОК, таких теплиц 6. Площадь каждой 670 квадратных метров. Семена посеяли еще в январе. На улице около нуля, здесь же градусов 25, не меньше, даже без верхней одежды очень жарко. Но для огурцов то, что надо. Уже где-то через неделю растения зацветут. А к 8 марта на прилавках магазинов появится урожай. К Международному женскому дню жители Одинцовского округа смогут полакомиться свежими огурцами сорта «Мурава». Кстати, он был выведен здесь же, во ВНИИСОК. Мелкий, бугорчатый, с прекрасными вкусовыми качествами. Впрочем, именно последнее выгодно отличает местные огурцы от тех, что продаются в супермаркетах. Это вкусовые качества. В первую очередь. То есть это вот только собранный огурец и сразу доставленный на прилавок. Это аромат, вкус. Это совсем другое, нежели чем продается в супермаркетах. Тепличный комплекс для растений постарше. Первые ростки появляются в рассадном зале. Здесь и помидоры, и перцы, и цветы. Для малышей созданы специальные условия. Вот томаты. Томаты черри мелкие. Тимоша и Наташа. Для тоже очень компактный кустик. Мелкие, красненькие и желтенькие плоды. Где их можно будет посадить? Их можно посадить на балконе. Но помидоры созреют еще не скоро. А вот урожай огурцов появится в продаже буквально через пару недель. И тут главное – не упустить время. Продукция в НИИСОКа очень быстро разбирается. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».